Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами канал Ирина Шевелева «Цветочном мире». Ну вот, ребята, у нас идет уже зима, у нас уже пошли минусы. Это Беларусь, я живу в Беларуси, 80 километров от Минска. До этого нас прекрасно радовала осень. И вот идет зима, и я решила уже, как говорится, доделать всю работу на улице. То есть укрыть свои метельчатые гортензии, маленькие саженцы, которые я черенковала в июле. То есть это мои малыши. И вот таким образом я хочу поделиться с вами, как я это делаю, как я их укрываю. Вот так они все у меня выглядят. Перед этим я их уложила, присыпала немножко землей. Ну, потом что-то подумала. И думаю, нет, все-таки немножко я их укрою. И укрываю я их очень просто. Значит, вот беру я дубовый лист, раскладываю сверху. Такой слой небольшой. Небольшой слой. Ну, такой, где-то сантиметров 5-10, наверное, у меня получается. Беру вот такую притеняющую сеточку. Вот она у меня, притеняющая. Раскатываю ее. И вот тут у меня деревянные гряды такие. И я их вот так вот аккуратненько пристегиваю сюда степлером. И тогда ветер не разносит мои листья. Да и тепло им будет. Ну, а потом ляжет снег на это все. И будет все прекрасно. Так, хоть у нас особо и не боится метельчатая морозов, но все-таки я решила. Думаю, все-таки укрою, чуть-чуть перестрахуюсь. А вдруг будут сильные морозы. Растюшки у меня тут маленькие. Поэтому решила, как говорится, перестраховаться. И вот так я их укрываю. Вот у меня две гряды таких малышей. Вот одну гряду я уже всю укрыла. Вот такая аккуратненькая получилась грядочка. Здесь уже я немножко постарше. Это уже весеннее черенкование. Здесь, как говорится, апрель-май. Они уже такие крепенькие. Корневая хорошо обвила уже. Все, поэтому эти я укрывать не буду. Они у меня будут зимовать так, как и есть. А малышей все-таки решила укрыть. Ну и вот это. Вот так вот выглядит. Вот я еще раз вам покажу. Уложила, наложила сверху дубовый лист, перетеняечка. И степлером аккуратненько по краю гряды пристегиваю. Это притеняйка скорее не для тепла, а так, чтобы не разлетался лист от ветров. Ну, в общем, вот так вот получается у меня. Ну, а тут уже мои все такие повзрослее, которые. Их уже не буду укрывать. Пусть уже как есть, так есть. Ну, и как всегда, пробежалась еще раз по участку, посмотрела, где что не убрала. Может быть, что-то забыла. Ну, вроде все в порядке. Ну и все, вот это мои последние работы, как я всегда говорю, на улице. Вот такое небольшое видео, ребята, у меня получилось. Всего вам доброго и пока-пока.